get inside, then I get inside. Lay the back seats down. Леди и джентльмены, дамы и господа, третий бой вечера. И я представляю вам бойцов в октагоне. В красном углу октагона боец из Белоруссии. Личный рекорд. Одна победа, ноль поражений. 178 сантиметров. 22 года. Победитель республиканских и международных турниров по ММА. Роман Альферович! И его соперник, боец из Белоруссии. Личный рекорд 0 побед, 1 поражение. 174 сантиметра, 24 года. Чемпион Республики Беларусь по панкратиону. Чемпион Республики Беларусь по ММА. Дмитрий Сивеня! Рефери в ринге. Лопатко Александр. Соблюдаем правила. Слушаем команду рефери. Покажите честный, красивый поединок. Третий бой, первый раунд. Третий поединок вечера, Андрей. Да, Роман Альферович, Дмитрий Сивеня. Роман Альферович представляет клуб Golden Victory из Осиповича. Тренер его Эдуард Михович. Также очень известный в мире единоборств. Он очень сильный ударник. Больше, скажем так, в Осиповичах уклон в сторону ударки. Школа сильная в Осиповичах в ударке. Да. Да, оттуда да, Денис Гончаренок, мы знаем. Там тренер Сергей Гидулян построил это все, я помню, это давно, много лет назад. И мы видим уже первые такие, скажем, чемпионы. Это Эдуард Михович, уже стали тренерами. И Роман Альферович, его воспитанник уже, поколение. Да, ну и Дмитрий Сивеня в синем углу. Представляет он город Ивацевичи, тренер его Рустам Махамад. Чемпион республики по панкратиону и ММА. Несмотря на то, что мы видим зеркальные рекорды у ребят, у Романа Альферовича 1-0 и 0-1 у Дмитрия Сивени, как показывает практика уже сегодняшнего дня, что здесь весьма условное разделение на фаворитов и андердогов. Да, тут непонятно, что происходит. Не успели отдышаться мы еще от второго поединка сегодняшнего вечера, в котором Артем Ржевуцкий нокаутировал Магомед Салаха Ильясова. Это просто... Это был исторический момент. Исторический момент, конечно, надолго, я думаю, на всю жизнь запомнит это Артем Ржевуцкий. Против такого сильного оппонента выйдя сегодня и нокаутировав его. Смотрим, гости Завацевич. Да, Завацевич провел тейкдаун и пытается улучшить свою позицию, садится сверху. Дмитрий хочет выровнять свой рекорд. Да, вот то, о чем мы говорили. Нельзя смотреть на рекорды, то, что положительное, отрицательное. Бескомпромиссная борьба идет между ребятами. И вот здесь, да, здесь более активную позицию занимает со старта Дмитрий Сивеня. Да, а Роману Альферовичу все тяжелее становится, потому что Дмитрий набирает какую-то... Да, набирает обороты, начинает поддавливать, начинает пытаться улучшить свою позицию для того, чтобы наносить сверху удары. Надо что-то предпринимать Альферовичу. Да, Альферовичу нужно... Срочно причем. Хорошо. Потому что Дмитрий Сивеня... Активно начал, гораздо активнее начал. Да, но впереди еще полраунда. Да, впереди еще... Три раунда почти, что возможно сказать. Тут все может измениться. Две с половиной минуты, ровно половина раунда прошло. Вот, ну да, мы констатируем то, что Дмитрий Сивеня, наш гость из Ивацевич, начинает все же... Судья поднимает, да, из-за того, что не было активных действий. Не прошел защиту Дмитрий Сивеня. Рефери в ринге, напомню, Александр Лопатко. Довольно опытный рефери. Да. Мне кажется, отсушил ногу, да? Нет, переднюю. Тут Дмитрий Сивеня уже почувствовал кровь, понимаешь? Он уже вцепился и чувствует, что может... Я смотрю, мне кажется, что Рома Альферович чуть подплыл, да? Чуть поплыл. Да, и левая нога, по-моему. Да. Левая нога. Во встречу, правый прямой. Еще один. Добивание. Здесь все, как Александр Лопатко, как рефери решит, потому что ему виднее.
Но пассивно защищается, Роман Альфирович. Да, здесь надо останавливать. Нет, да, все, технический нокаут. Констатируем, и в третьем поединке сегодняшнего вечера победу одерживает Дмитрий Сивеня. Андрюха, посмотри, какой рекорд у двоих бойцов стал. Один у обоих, да. Выровнен. Дмитрий Сивеня. Зрелищный третий бой вечера. Спасибо бойцам. В активной манере начал Дмитрий Сивеня. И продолжив так, не оставил шансов Роману Альфировичу. Третий бой, второй нокаут. Да, здорово. И как-то все так, знаешь, чуть-чуть неожиданно. Все. Неожиданно, да. Ну, судя два андердога. Два андердога, судя по рекордам, мы смотрим. И два андердога выигрывают у фаворитов. Ну, ты ж... Это, повторюсь, что на наших глазах творится история. Здесь все сейчас переворачивается, все перепрошивается. А в каких-то случаях наоборот. Вот, мы увидим прямой во встречу. Уже... Да, уже начал пятиться. Вот, Рома попадает уже в состояние гроги. И здесь Дмитрий просто добивает. Дамы и господа, досрочную победу техническим нокаутом одержал боец синего угла октагона Дмитрий